забытых звуках, что поднимается из мрака и поглощает души людей. Человек становится одержимым и разрушает все вокруг себя. Иногда эти звуки приходят в самый неожиданный момент. Из тьмы, сквозь годы, прямо в сердце. Welcome, you listen to the Devopunk Podcast. Part 39. Эгей! Привет, бандиты! Ну чё, готовы раскачать всё плохо закреплённое вокруг? В эфире 39-я часть подкаста о русскоязычном драм-н-бейсе нейропанк. У микрофона бес, у меня в обойме 70 заряженных треков, и впереди у нас 2 часа бешеных ритмов, размеренного вдувалого и весенних вайбов напоследок. Открытие подкаста не в первый уже раз выпало новичку. На этот раз это Майдин с треком Thunder. Белгородский чувак сейчас проживает в Питере. Входит в тусовку Free BPM Organization. Соответственно, трек является даплейтом Free BPM и выйдет там. Подкаст записан при мощном суппорте от наших друзей магазина музыкального оборудования united-music.by. Вся техника, которая понадобится вам для раскрытия своего творческого потенциала через продакшн, находится там. Так что, парни, заходите на сайт, спрашивайте любой вопрос в чат по аппаратуре. Вас проконсультируют отличные спецы и помогут сделать правильный выбор. На этом вступление закончилось. Погнали! Форма. Называется Holotropic Sense. Самый новый трек Илюхи вот только-только прямо из печки. We'll be right back.
Артем Десепт. Technologies, выпуск номер 7. Расчехляйте сушилки для портков. Давай. Абсолютно безбашенный блокбастер. Нового проекта Рустама, известного вам под никнеймом Rusty K. Ни название проекта, ни название трека пока я вам сказать не могу. Интрига. Следите за страницами Рустама.
сталинский коллаб. Ильгиз Давид и Мартин Микрон. Название трека сказать не могу. Допой. Можно точно определить, что это рецептор совместно с MC Speed. Телега называется кроссовер, The Plate. Судя по треку, Митяй бодр, свеж и полон сил. Даст в стране угля. Yeah.
промо-группа Technoid Connection не сидит сложа руки. И скоро в Питере и Москве пройдет нейробанк, о чем чуть попозже.
коллега, два русских тяжеловесов One by One. Их рок-опера под названием Roll Dead Philly. Участниками обоих фестивалей в Питере и Москве, соответственно, настало время дать анонс. Итак, друзья, 9 апреля Москва, Stereo Hall, 16 апреля Аврора, концерт холл, Санкт-Петербург. В лайнапе Teddy Killers, Без, One by One, Rusty K, Гидра, Рецептор, Codex, M-Code. Вся информация, абсолютно вся, на сайте neuropunk.ru. Лайнап нового города идентичный, единственное, в Москве мероприятие будет закрывать Витя М-Код, а в Питере Даня Кодекс. Билетов осталось очень мало, поэтому, друзья, поторопитесь, клубы все не влезут. Подстрахуйтесь заранее. Вся инфа по билетам на neuropunk.ru. Опачки. Здрасте-то какие! Старина Диамур неожиданно активизировался, прислал кучу треков. И это один из них, дабплейт под названием Permanent Panic. Музыкантом из Челябинска, Ridia Dynamics.
это тоже является даблплейтом. Из пучин мрака MG3 появляется трехголовое чудище, именуемое в ДНБ-кругах как Гидра. Участников бывших Future Prophecies, айдишка Даплейт.
предстоящую эпишку на бэтбейсе. Это тоже трек от Гидры. Вот буквально через несколько недель будет у нас винил на бэтбейсе. В цифре 2 на виниле. Немножечко передышки после такого места. И продолжим. Салатики закончились, парни. Приступаем к горячим блюдам. СПБ, ЕКБ, дуэт сегмента Concept Vision и Хайдишка, которая в этом году будет выпущена на Airbrain. Чуть попозже сыграю еще один трек с этого релиза. От One by One. Называется Blast. Звучит трек от Антона Озма, известного музыканта, всем любителям джампапа. Точнее, это ремикс на его трек Chicken Boy от нижегородского Дани Хептикса. Дамка Multifunction Records. В Нижнем Новгороде 26 марта пройдет Нейротан-фестиваль в центре премиум.
сроку, чтобы он был актуален. В любом случае, респект Сане Карателю, который постоянно проводит нейропанки в Горьком. Очередной новичок, новое имя в истории подкастов Нейропанк. Это Паша Маил с треком Life Simulation, Москва.
небе скакать под этот трек, держась за ручки кровати. Мистер Фрэнки представляет вам новый дабплейт без названия. Как всегда, все педантично и в духе старой школы. Люблю такой звук. Который весь прошлый год рвал драм-н-бейс чарты по всему миру и был номинирован как ньюкамер года на чешском DNB Awards. Aggressor Banks. Никогда нигде не будет, даже фришкой.
можно будет только на лайвах Гидры. Например, 9 и 16 апреля в Москве и Питере. Ждем.
Самара, Санкт-Петербург, Москва, Дзержинск. Совместная айтишка от Hydra и Dextons. Соответственно, дабка. Тоже айдишка. Дабплей. Средних полос тоже. Например, свежая порция жироты из Калуги от Вовы Хайтека. Айдишка. Многие сейчас спрашивают, что такое айди. Тут два ответа. Либо музыкант еще не назвал трек, не придумал название. Либо он подписан на какой-то крутой лейбл, и лейбл запрещает светить название до релиза. На этот трек будет несколько ремиксов от разных музыкантов.
сегодня вообще вот большой подкаст, вы заметили, 70 треков и очень большая часть вот такого жиробаса, текстепа, нейрухи, всего вот этого сейчас в течение часа будет. Будем качаться, короче. Любители пожестче кайфанут. Подписан.
VIP-версия на его трек Destruction, который вышел недавно в 3. География артистов нейропанка. По всей стране есть представители. По всей стране есть музыканты. Недавно считали, что-то порядка 270 музыкантов приняло участие во всех подкастах за 10 лет. Круто! Работаем дальше.
Special Free через Фангейт. Так что смотрите на странице Сейбела. Гости в нейропанке. Это совместка от Intelligent Manners и Common Strange. Так называется The Real Deal. Вышел недавно в совместном альбоме ребят на Innerground Records. Трушное дерьмо. Респект. Отличный альбом. Всем рекомендую ознакомиться. Чуваки делают настоящий британский звук. Ух ты. Что-то серьезное назревает. Ну, кстати, по саунд-дизайну легко угадать Леху Тобокса. И это его совместка с Давипом. Так называется Collision. Да Play пока никуда не подписан. Yeah.
работа на сегодня от Дани Кодекса. Даблэйд под названием «Центрифуга». Совсем недавно.
Using them tools, missing them schools, stealing them cars, living them scars, committing them crimes, telling them lies, paying them pins, killing them fiends, hitting them bombs, firing guns, robbing them troops, running from cops. Hey. Впервые в Нейропанке Волгоград, чему я очень рад. Это трек от волгоградского бейс-музыканта Маниста в ремиксе от минского музыканта Нойзитрон. Телега носит название Rewound. Вышла на отечественном лейбле Beerside. Вот так вот. Еще одна работа от Сегмента и Constant Vision. Еще одна одишка с их предстоящего EP на экране. Вы, наверное, заметили, что в подкасте мелькают и такие матерые по звуку ребята, и кто-то послабже. Тем не менее, если есть какая-то классная идея, я всегда возьму, поддержу, чтобы человек дальше работал над собой и писал еще больше и лучше. Комментарии, думаю, излишни.
Helicopters. Лиза, еще раз поздравляю с еще одним авторитетным лейблом. Крепко поработал, братан, молоток. Номер 5 началась. Больной трек от Давипа сменяет не менее психованный трек от Нового. Они такие. Трек называется Detonation. Да плей. Палаты номер 5. Зайдем как соседям в палату номер 4. Где сидят два конченых Paperclip и Steelswater. Thank you.
Симфония в эфире. Это Вова Off Sky с треком Don't Move. Вышел этой зимой у Сани Санчеза на его лейбле 2222. Глубже и глубже погружаемся в пучины вязкого звукана. Передача подходит к концу. Осталось 10 треков. Первым я пилил такой встав с винила от Бикея, Дилана, Факса. А сейчас вот такой звук делает калининградский Ризла. Так называется Savior. И вышел на прошлой неделе на Пейперфанке. С треком Sanctum. Размеренный текстепчик будет тоже на Evil Intent Recordings на том же релизе в мае. We'll be right back.
я жду финалки. Зимой выходил на Critical Music. И на него снят отличный клип, который уже собрал на YouTube сотни тысяч просмотров. Рекомендую всем глянуть. Никаких, по-моему. Еще одно новье от Гридоптика совместно с Айтемом. Тоже недоделанная айдишка, но я не мог такое не светануть. Прости, Лёх.
По-моему, мы достигли дна. В нашем неспадающем путешествии по Нейропанк подкасту. И на дне этом будется никто иной, как Андрей Electro Soul System. Телега называется «Телепат». Вышла на Космос Мьюзик. Оказывается, на дне не только ESS. Здесь у нас еще один новичок. Последний на сегодня. Это питерский музыкант Алексей, код 906. Со своей работой Deprivation, которая недавно вышла у Тобокса на Метро Аудио. Зелень листьев. Звучит последняя
Работа сегодняшнего подкаста не одна, по моему мнению, из сильнейших, один из сильнейших треков за сегодня. Это Брейкслингер, Сейбл, Симута. Трек под названием Highway of Stars. The Plate выйдет на лейбле Брейкслингера. Acid Elephant Recordings. Грустно-позитивных нотах, больше, наверное, позитивных, с вами прощаться. Желаю вам в последующие 4 месяца до нового подкаста вершить великие дела, достигать своих целей, делать свою жизнь и жизнь окружающих людей лучше, много трудиться и всех побеждать. Увидимся с вами 9 апреля в Москве, 16 апреля в Питере. Заходите на neuropunk.ru. С вами был Бес. Всем peace, респект. Пока.